жизни. И поэтому мне надо чем-то питаться. И поэтому я занимался этими делами. А вы не боялись, когда это что-то такие опасно для жизни и здоровья? Вы не боялись? А что делать? У вас есть какая-то специальность? Нет. Как таковой нет. А ранее где-то работали? Неофициально. То есть такой рабочей специальности вы не имеете? Вы не электрик, да? И вы на свой страх и риск... Ну, я знал, что и как. То есть вы хотите сказать, это не первые случаи, когда вы совершали кражи? Я хочу сказать, что я, ну, как бы умею, ну, с электрикой сталкивался. И поэтому немножко, ну, как бы знаю. А куда вы сбывали похищенные? Неизвестно. Неизвестно. То есть вы не хотите сказать, да? А большая прибыль, большую прибыль нет. Вы получили? Нет, нет. А вы догадывались о том, что своими действиями вы причиняете значительный ущерб городу? Ну, как вы думаете, как взрослый человек, вы думаете, я не догадывался? То есть вы целенаправленно осуществляете? Ну, естественно, я все осознавал и все прекрасно понимал. А ранее вы были судимы? Нет. Ранее подобных противоправных действий вы таких не совершали? Нет, ну, как бы, все мы молоды, все мы глупы, но суть не в том. То есть вам надо было покушать? Ну, естественно, на определенные нужды и все. Придумали такую схему работы. Вы сожалеете совершенное? А как вы думаете? Спрашиваю. Я каждый день, ну, здесь вот в милиции, блин, сижу целыми днями. Ранее вы здесь не бывали? Вас не привлекали? Ну, вы почему? Привлекали и бывал. Вы пробовали устроиться на работу? Зарабатывать деньги законно? Давайте не будем обсуждать этот вопрос, потому что это слишком долгая история.